Климашевская Елизавета, 17 лет, город Барановичи, Муса Джали, Чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, затем к обрыву стать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, чистый, живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя!» Не упрекая, не броня, смотрели, словно в душу глядя, трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже и смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама с собой в волнении вдруг пускает автомат. Он словно скован взглядом синим, и кажется, что в землю врос. «Глаза, как у моей дочурки!» В смятении тихом произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он ее убить не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. «Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот так бы здесь легла? Ведь это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец. Ты страшный зверь среди людей!» Шагал эсэсовец угрюмо. Шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд светился синим. И всюду слышится опять. И не забудется поныне. «Чулочки, дядя, тоже снять?»